В общем, тактика заключается в том, чтобы ни хрена они там оффрингов взяли. Тактика заключается в том, чтобы выискивать выживших исключительно по крови и стонам. То есть, когда кто-то... как только я хитую одного из сурвов, я опускаю голову вниз и пытаюсь найти его по пятнам крови и по стонам при помощи того же страйдера. Экспелд, я у тебя в лобби. Кажется, меня спалили сурвы о том, что я буду делать. Эй, сыщик, вот сейчас как раз и будет такая катка. Аки, что за мемчики? Где Bloodhound? Да-да. Какой стрим-снайпер, я маньяк, а чекнул, а то тебя, ну так... Закрой! Закрой стрим! Закрой стрим и забудь о том, что я только что сказал. Кротус, одна из, наверное, самых хреновых карт, потому что до хрена темно и по крови хрен кого найдешь. Если они будут прыгать в окна, как это вообще делать? О, дед, привет. Оп, здрасте. Ну, что ж, погнали. Боже, как же тяжело. Так, он справа. Тихо. Нет, стоп, он на втором этаже там скинул, да? Это кто? Блин, это не он. Воу, здорово! Отлично! Отлично! Первый есть! Ну и обещанный минус FPS на Кротосе-то. Бывает. Не знаю, зачем я туда побежал. Так, один есть. Что это? Это билд, который называется Ищейка. Так, сейчас, если я найду снова деда, то я за ним побегу. О, погнали. Я найду тебя! Привет! Фул кровавый бил. Умирает, потому что я на изиче нахожу его по следам крови. Опа, привет. Не успела... О, успела поджечь. Алло. Так, я хочу за другим сурвом... А хотя ладно, погнали вот отсюда, давай. Начнем. История о том, как маньяк никогда не потеряет выжившего просто, если возьмет эти перки. Ау. Блин, он заставил меня наверх посмотреть, и я увидел, куда он бежит. Ну ничего, мы побежим дальше по крови. Я слышу стоны справа. Оп. Мне кажется, он может прыгнуть в окно. Блин, это старые следы. А, он в это окно прыгнул. О, привет. Найс! Воу. Прости, но этот бил мертв. Идем дальше, где... Где не я? Слушай, это офигенно клевый геймплей, мне нравится. Он что, только палит, но очень тяжело полностью голову не поднимать.
Слепляет меня тут. Пока у меня Shadow Porn взят. Так, первый сурф есть. Все, ломаем доски и побежали. Ну, то есть, первый, второй сурф уже. Так, где кровь? О, нашел. Тихо. В общем, как только я вижу ноги сурва, вот так вот. Как только я вижу ноги выжившего, я могу поднимать голову и давать хит. Вот это, вот это она хороша, она. Я думаю, что надо это вот так вот делать. Да хватит тебе меня слепить, ну. I fucking hate you. Не спасает, нет? Просто ослепила и убежала. Так, это раненая? Нет, это не раненая. Значит, побежим пока за ней. Дадим ей хит. Отлично, все. Первый сорф есть? Это, блин, первый-то. Слайд-шоу накроется, клево. Так, побежали. Нашел. Rush B, not stop, Tiangling. Thank you, 70 hours. Did you see this new type of gameplay? It looks pretty cool. Try it out. You have to chase people using Bloodhound and Sloppy Butcher. Whenever you hit them, just lower your head and chase like that. Где эта тварь, а? Как же я тебя ненавижу. Ай, все-таки смогла ослепить, ну. Насмехается над моим Shadow Porn'ом. И пулт хейф усет сёс битэс фор Роналд Макдональд чикен на гуретэс фиос Батман. I could have used these beats for Ronald McDonald. Well, I think that I appreciate your beats much more than Ronald McDonald would. Anyway, so thank you very much. Так, побежим за этим сурвом. Да что ж ты делаешь-то? Так, все, опускаем голову и погнали. Wendy's, do you have Wendy's in Russia? Well, they actually got closed, but I really liked Wendy's back in the days when it was still there. They closed every Wendy's store in Moscow and overall in Russia, I think. Кажется, все, это первый сурф, который я потерял. Ну что мне теперь делать?
Я думаю, я могу возвращаться к нормальному режиму. Грустно. Грустно, не смог. Не смог сыграть в ищейку. Кто здесь генер чинил? Да черт его знает. Сильно голову задрал. Йоп. Песня за не. Да как ты меня так быстро слепишь-то? Через гребаную стену, алё. Ну, еще одна раненая, блин. Ну, я не могу за ней бегать вот так вот. Мне надо по следам. Правильно? Она где-то очень-очень рядом. Вон она. Есть. Не горбись, выпрямись. Да-да-да-да. Здесь нет крюков. Клево. Я уже думал, что ты весь свой фонарик потратил, а оказывается нет еще. О, боги, seriously? Очень сложно слепить призрака, у которого... У которого Shadowborn взят, а? Куда это... Ага. Куда эта кровь ведет? Куда? Я ее потерял. Все, теперь я на призраке буду только так играть. Ой, привет. So yeah, I actually really liked Vendis, but they all got closed. О, где? О! Да ты подними ты голову и засунь ему этот фонарь туда, где он должен быть. Sounds pretty good. Через 15 минут стражи будут, да, знаю, жду. И чем тут именно призрак? Давай пилить камерой вниз. Ну нет, пилить что-то такое себе. Ха-ха! Nope. Да ну, Эйсман, привет. Сади эту нее на фонарь. Ну или, блин, коваться. О, привет. Но надо было раньше просто голову поднять, как только я ее ноги увидел. Она спрыгнула. Я таймингу туда же выбираюсь, по-моему. Что? Да. Окей. Го дальше. Да она кругами бегает здесь. Пфф. Опа, наверх. Какой смысл тебе меня сейчас слепить? Доски сломаются, я все равно побегу по твоим следам. Ага. Не, ну... А, окей, куда-то в другую сторону побежал. Я уж хотел сказать, что бегать туда-сюда по Кротусу — это верх идиотизма.
Кровь-то клёво. А где я? Чёрт, куда она... Она запутала меня! Вот она! Следы! Яркие! О, вижу ноги, привет! Ладно, ладно, еще чутка можно побегать вниз. Мне кажется, она просто возит меня вокруг одного и того же окна. Да как у тебя все еще есть этот фонарик? Как он просто не закончился? Расскажи мне об этом. Ладно, она меня достала, пошли убьем ее. Видела у меня призрака, взяла, блин, фонарь упэшный. Это не тот самый, который зашел на стрим и такой: ой, Тиан, я с тобой в катке. Нет? Неужели добежит? А ведь может. Ты еще и девать ее будешь, да? Немного не хватило, fuck you! GG. Окей. По-моему, это была офигенная катка. 20к.